Хотелось бы, конечно, чтобы погода внесла свои коррективы, но, как мы уже увидели, приехав в Сочи, приземлившись, увидели снег. Нас это не сильно обрадовало, но к концу уже дня уже светило солнышко, вроде бы он растаял. Если будет погода вносить свои коррективы, также и мы будем что-то менять, либо... Но все равно я считаю, что мы выехали на землю, на траву, где будут ребята стараться тренироваться. Я думаю, это лучше для футболистов, чем на синтетике. То, что я видел, пока все устраивает нас. Что касается проживания, что касается тренировок, это уже, наверное, завтра будем видеть. Это, наверное, небольшой минус, что была запланирована игра, которая не состоялась. Но... Также готовимся к недельному микроцикле, который нагрузку запланировали, хотим ее осуществить. Если позволит погода, все будет хорошо. Я думаю, что нам надо сейчас немножко подгрузиться, чтобы 12-го уже сыграть игру. По соперникам мы уже спланировали, давно уже знали, с кем будем. Но независимо от соперников, мы будем стараться продемонстрировать свою игру, посмотреть те связи, которые мы хотим увидеть, то, что мы будем тренировать, воплотить это в этих играх. Уже время покажет, получается или нет. Ждем, что кто-то еще должен усилить нас. Наш селекционный отдел работает над этим вопросом. Я думаю, что будет усиление, так что я думаю, в этом проблем не будет.